Всем-всем привет, друзья! Мы сегодня начинаем играть новую игру SimCity. Но это, к сожалению, игрушка онлайн. Не знаю, попрет или нет, я в нее раньше играл. Но продолжать то, что я раньше играл, смысла нету для записи. Надо начинать с самого начала. Ну, посмотрим, как у нас получится. Устраиваемся поудобнее. Всем приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. Не забываем подписываться на канал, рекомендовать друзьям. И самое главное, хотите со мной подружиться в соцсетях или поддержать канал, все ссылочки в описании под видео. Почему SimCity? Мне, конечно, больше нравился Мегаполис в свое время, когда все это только начиналось, но чисто физически я Мегаполис. На телефоне это нереально играть и записывать. Попробуем SimCity. Что ты там нам расскажешь? Производство стройматериалов является важным для развития города. Давайте начнем со строительства склада стройматериалов и сделаем немного гвоздей. О как. Окей. У нас есть пока только одна дорога. И резиденция Эванса. Ага. Смотрим. Склад стройматериалов надо построить. Но нам надо сделать так, чтобы все это было отдельно. Почему ты не хочешь переворачиваться? А ну вот, вот так вот сделаем. Отлично. А теперь давайте сделаем партию гвоздей. Нажмите на склад для стройматериалов. Сделали. Прекрасно. Давайте используйте гвозди для строительства новых домов. Строительство новых домов увеличит население, важный индикатор развития вашего города. Ну, давайте пока рядышком построим. Нажмите на желтую строительную каску, чтобы использовать гвозди. Угу. Строительство домов приносит вам миллионы. Нет. Симолеоны и приближает вас к чему-то там новому и интересному. А тебе что нужно? В темноте страшно. Включите нам свет, пожалуйста. Нам нужна электроэнергия. А у нас деньги есть? Вашему городу нужна электроэнергия. Вы можете выбрать между чистой ветровой энергией и дешевым углем. Но учтите, что от плохой экологии будут страдать ваши горожане. А сколько чего дает? 6 энергии, а это аж 12. И оно дешевле. Я думаю, подождите, какая у нас будет? Ладно, давайте мы ветровую поставим. Прямо на въезде в город. Все? Отличная работа, мэр. Город загудел. У меня есть дома еще свет. А, у меня дома есть свет. Прощайте, Напта. Спасибо, мэр. А как тебя перенести? Городу нужен металл. Давайте построим завод для его производства. Я тебя перенести хочу. Как мне тебя перенести? Постройте больше зданий перед тем, как строить новые дороги. Угу, я пока не могу строить новые дороги. Мне вот это хочу я отсюда убрать. Да подождите-ка. Никак, да? Небольшой завод. А он сразу загрязняет. Давайте отольем партию металла. Для этого нажмите на завод. Отлично. И что, модернизируете дома горожан, чтобы они стали красивее и просторнее. Строительство домов приносит, ну, это и горожане едут
сюда, как только строительство будет завершено. Я понимаю, что там мне приносит. У меня 104 жителя. Чего вам, вода нужна? Ого, да тут начинает вонять. Нам нужна вода, чтобы помыться. Ну а чего вы потеете? Чего вы потеете? У меня вопрос, конечно, откуда у нас гвозди берутся? Из чего? И вопрос, а где мой склад и все остальное? Ага, вот он, городской склад. А где он у меня находится? Да ладно, и не придуривайся. Вонючка что-то прям. Вода нужна. Водонапорная башня. Вообще, я все это хочу переделать. Мне нужно... Прекрасно, теперь я пахну вдвое лучше. Замечательно. Здравствуйте, я Даниэль, мэр города за заливом. Почему бы вам не приехать погостить в моем городе? Ну, давайте посмотрим. Только... Строительство дороги. Как мне ее сделать? Как мне начать строительство дороги, друзья? Ладно. Вот он, наш город. Побратим, типа, соседний город. Давайте посмотрим, что у него тут есть. У меня в продаже всегда есть товары, которые помогут вам в развитии города. Просто нажмите на мой товарный склад, чтобы увидеть, что имеется в продаже. Но мне это все не нужно. Ого, спасибо, что зашли. Возвращайтесь завтра. У меня ассортимент обновляется ежедневно. Где-то здесь можно... было собирать что-то. Или сейчас этого пока нету. Или нам пока это еще недоступно. Ну, пока, походу, да. Это недоступно, что-то где-то собирать с домов. Возвращаемся в свой родной дом. Теперь, когда город заселили жителями, ему наверняка нужно дать название. Конч-бинч? Нет, спасибо. Такое название мне не нравится. У меня будет вот такое название. Это так волнующе. Ваш город готов к постройке первого административного здания. Власть. Погнали. Мэр, каждому быстро развивающемуся городу необходим таун-холл. Куда я его тебе построю? Ну, давайте пока здесь. Ладно, мэр. Дальше вы разберетесь сами. Продолжайте развивать город и радовать горожан. Замечательно. Все это, конечно, замечательно. Но, во-первых, мне нужны дороги. Нет. Это раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Это раз. Во-вторых, я хочу кое-что переместить. У нас, во-первых, вот здесь вот. Ветряные мельницы. Это все, конечно, хорошо. Но нам надо вот сюда вот убрать. Так. Ага, склад стройматериалов. Я тебя могу удалить. Как мне тебя переместить отсюда? И почему я его не могу перенести? Нет, нет, нет. Это что у нас? Ага, здесь тут всякое такое, которое нам не нужно. Друзья, напишите, пожалуйста, как мне удалить это здание. О, стой, нашли мы. Отлично. Так, внизу, вот здесь вот, здесь вдоль реки, это прям плохо, друзья. Прям плохо. У нас, значит, пойдет
вся вот эта какашка будет вот здесь вот находиться. Прям вот туда я отправлю сейчас. Подальше. Единственное, я хочу вот так вот взять, переместить, пока посмотреть. Дорога. Откуда у меня дорога может пойти? Угу. Перекресток мы сделали. Дорога. А здесь можно улучшать дорогу, по идее. Дороги более высокого качества имеют большую пропускную способность. Это я понимаю, что она больше пропускную способность. Открывается на 9 уровне. Ага. Вечер настал. Мы просто сейчас можем все деньги потратить. Ну, я хочу. Ага, все, нельзя, значит, дальше. Окей, значит, тут сюда. Мы отправляем. Во-первых, наш этот завод небольшой. Он будет теперь у нас вот здесь находиться. Раз. Он сильно загрязняет у нас все. И этот завод тоже, склад стройматериалов. Отправим тоже вот сюда. Пока они будут находиться здесь. Угу. Как-то странно. А почему так он? Как, почему он так странно вот здесь, то вот туда не хочет? О, получилось. Сделаем вот здесь вот дорогу небольшую. Вполне достаточно. Ок. Здесь у нас будет центральная улица. Центральная улица. Мы тебя переселим вот в самый конец. Почему бы и нет? Теперь все вот такое вот красивенькое, связанное с водой, с электроэнергией, мы отнесем чуть-чуть туда вниз. Прибрежной зоне. Деньги еще есть у нас на дорогу? Есть. Значит, погнали прям вниз. Угу, пока нельзя. Вот, отлично. Отлично. О, да ё-моё, уходи. И мы вот, получается, сейчас электростанцию поставим сюда. И... Она идет? Ага. Отлично. И вот это вот мы тоже сейчас уберем пока вниз. Замечательно. У нас есть два первых домика. И здесь нам тоже, ну, отлично. Новый уровень пошел. Все красиво. Доступны новые здания. А ты нам что дашь? Давайте взглянем на городской журнал. Мой любимый город. Мэр приступает к работе. Пора начать строительство величайшего города всех времен. Произведите, соберите металл, произведите, соберите гвозди, создайте жилые зоны. Продлите главную дорогу, создайте жилые зоны, модернизируйте жилые дома. Окей. Так, соберите, произведите металл, мы это сейчас все будем делать. И гвозди. Хорошо, а здесь еще дом. Мэр, весь город вами гордится. Просто гордость берет. А что нам надо для улучшения? Я не знаю. Но здесь вот такой вот... А поближе можно? Или никак нельзя?
Нет, поближе можно подальше, но вот поближе никак нельзя. Небольшие такие многоэтажки у нас и обычный домик. Угу. А здесь мы что можем? Небольшой завод, но он пока нам не нужен. А можем домик еще построить один. Да? Ну, давайте еще один домик построим. Да даже не один, а два. И третий как раз. Вот здесь вот будет третий домик. Три домика есть. Нам нужны гвозди. Ага. Отлично. Мэр, нажмите на иконку с изображением мыслей горожан, вы можете получить что-то особенное. Угу. Задание у нас тут выполняется. Приведите и соберите гвозди. Отлично. Создайте жилые зоны. Ага, отлично. Мэр, нажмите на иконку с изображением, нажали. Тебе что нужно? Тебе нужны гвозди. А что у нас гвозди так долго производится? 3 минуты? Ну нифига ж себе. Ух ты, новые районы у нас, посмотрите. Ну не районы, новый вот. У нас будет здесь один главный район. Машины погнали. Один будет главная улица. Вот это у нас будет. Конечно же, нужно будет эту дорогу потом модернизировать. Улучшать. Это будет доступно на 9 уровне. Но пока денежки у нас есть. Что у нас с тобой? Городской журнал. А тебе тоже надо что-то? Ух ты. Кстати, у нас и древесина еще теперь древесина доступна. Обалдеть. Сколько горожан нужно, чтобы сменить лампочку? Но этого я не знаю. Мне вот что интересно. Где нужды горожан? Ага. Здесь гвозди это нужно. Ой-ой-ой, сейчас что-то красивое будет у нас. Строится здание новое. Ух ты, какая красота. Отлично. Что-то я хотел посмотреть. Энергия, вода. Вроде этого пока всего нам хватает. Вот оно, то где. Задание. Угу. Отлично. Задание мы потихонечку выполняем. Ну, можно, кстати, парочку древесин бросить. Это тоже как бы как вариант. 2-4. Так я ж уже собрал. А древесины у нас прям много будет. Ну ладно. Ладно, что мы можем сейчас еще сделать? Еще один завод построить. А есть в этом смысл? Этот завод что делает? Ну, давайте мы пока завод трогать не будем. Здесь у нас всякое чего много. Новый город, новая жизнь. Здоровье, дроны какие-то. Ух ты, а парки? Малый парк с фонтаном. Иногда жителям нужно отдохнуть от городской суеты. Парки повышают уровень счастья в прилежащих домах и увеличивают население. Ну да, нам парки в любом случае нужны будут. Парковая зона нужна будет. Ладно, посмотрим, что мы тут еще можем. Ну, мы продлеваем городскую зону, жилую. Знаете, что я хочу сделать? Чуть-чуть я хочу... Вот так вот сделать, чтобы здесь...
мы смогли какие-то деревья посадить. Ну или какой-то парк разбить. Отлично. Нам нужно дорогу продлить, если я правильно. Вот мы давайте продлим дорогу чуть-чуть. Все. О, что-то мы сейчас получим интересное. 500 монет. Выполнено. Отлично. Теперь нам надо здесь себе привезти себе и гвозди, металл и гвозди. Гвозди есть. Да, гвозди, остался металл. Какой мы... Вот давайте вот этот раз здесь нужны. Пусть прям на въезде в город строится. Отлично. Воды, я так понимаю, нам всего еще сейчас хватает. Наш мэр просто рок-звезда. Я открою фан-клуб. Спасибочки вам, спасибочки. Особо сильно я вот тут вот сейчас с атомными станциями, со всеми этими делами. Ой, заводы, точнее, атомные станции, это все далеко и не скоро. С заводами пока что не буду спешить. Что у нас с энергией? Ну, спрос, в принципе, пока всего этого хватает. А вот элитная мельница, это прям будет замечательный. Будет у нас чистая энергия. Чистая энергия. Здесь у нас пляж. Ок, 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 ок. А что нам тогда сейчас остается? Чего мы ждем? Металл? Чего мы сейчас ждем, не могу понять. Нам нужно выполнить задание. Произвести металл. Ну, значит, ждем производства металла. Ну, сейчас буквально, друзья, через полминуты у нас все это... Мы выполним задание. Вот, единственное, конечно, хотелось бы парки открыть быстрее. Чтобы сразу начать все красиво строить. Малый парк с фонтаном. 4000. Ох, это, конечно, серьезно. Ну, а он будет доступен у нас с какого? С третьего уровня, получается. А с чего я взял, что с третьего? С какого он доступен? Малый парк с фонтаном. Требует требования 3, да. А нам чуть-чуть не хватает. Нам буквально чуть-чуть не хватает. Надеюсь, сейчас хватит. Получить. 400 монет. Угу. Давайте строить. Отлично, новый уровень у нас пошел. Разблокированная специализация парки. Вот она. Доступно новое производство доски. Здесь нам просто гвозди нужны. Гвозди. Гвозди везде нужны. Не понял. Ага. Вот она как. Вот она. Здесь все порылось. А тут здания растут все выше и выше, многоэтажки превращаются. Ух ты, первая многоэтажка. Красотища, красота, да и только. Склад у нас пустой вообще. Давай, давай. Мне прямо интересно, что здесь за здание будет. Свалю-ка я с работы. Ах ты! О, козявка тут, где работает. Красиво. Но у нас самое главное. Нам нужно построить
парк, наконец-таки. Первый парк. Ух ты, это за реально... Это мне прям не очень нравится. Малый парк с фонтаном. Вот он здесь прям, я вам скажу. Нет, хорошо, если мы вот этот еще больше. Мэр, вы заметили, что синяя полоса увеличивается, когда вы размещаете новое здание. Это означает, что растет население. Я все понимаю. О, нам нужно вот сюда, наверное, еще что-то построить. Поставить. Ну... Не получается. Как бы мне сделать вот сюда построить? Здесь, благо, вот так вот можно. Два парка хочу вот сюда прям два парка всунуть. Значит, нельзя. Ну ладно, значит, пусть пока вот так вот, пусть один парк будет. А у нас довольно классный мэр. Для мэра сойдет. Ну, раз для мэра сойдет, я думаю, на сегодня тогда уже надо заканчивать. Мы сегодня и так много чего сделали. Не забываем, друзья, подписываться на канал, рекомендовать друзьям. А я с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч. Не болейте, не грустите. Всем пока-пока.